Привет, дорогие друзья, подписчики и зрители. Сегодня я вам покажу очень интересный ролик, который, как называемые сталкеры, решили зайти в запретную зону. Но только что они хотели зайти в лес, куда им было надо идти. И тут на них кое-что напало. Но не напало, а просто не дало им войти туда. А что, вы сейчас сами увидите. Ставьте лайки, подписывайтесь и будьте первыми.